В Брянске сегодня идет охота на зебру. Так назвали свою акцию участники одного из молодежных движений. Задача активистов – найти на дорогах города опасные для пешеходов места. Результаты сообщат в ГИБДД, а там примут меры, как это было по итогам прошлогодней акции. В результате работы, проведенной с сотрудниками ГИБДД, было установлено либо зебры, либо светофоры в этих местах. В этом году планируется выявить и обустроить 10 аварийных участков.